Телемост «Беларусь-Алтай-Люберцы» вновь стер границы и соединил братские народы. 2 апреля состоялась очередная онлайн-встреча между представителями белорусского города Лида, Шалабалихинского района Алтайского края и городского округа Люберцы. В состав нашей делегации вошли сотрудники администрации, юнармейцы, активисты движения «Первые», а также педагоги 26-й школы. Дата проведения международного телемоста выбрана не случайно. 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. И такие дистанционные встречи – еще один способ укрепить многовековую дружбу между соседними государствами, которые имеют богатую историческую и культурную связь. Очень приятно слышать, что наши совместные мероприятия, они переходят уже в практическую плоскость. Проводятся телемосты, встречи ребят. Надеюсь, что это будут встречи уже очно, будут они интересные, они будут познавательные, ребята будут узнавать друг друга. Мы понимаем, что наше развитие, наше будущее только совместно. Наше развитие будет совместным.